27-летний Кейт Миддлтон, и принц Уильям, принц Вильям, устроили званый ужин для медсестер, которым придется работать в Рождество. Герцоги Кембриджские провели вечеринку в пятизвездочном отеле «Роузвуд» в Лондоне. Мероприятие не было официальным, оно прошло в закрытом режиме. Одна из участниц встречи поделилась эмоциями в Твиттер. Клэр Пёк призналась, что супруги разговаривали с ней об особенностях ухода за пациентами в празднике. «Вчера был потрясающий день», — написала медсестра. Она опубликовала фото приглашения на вечеринку, которое получил каждый гость. У Кейт Миддлтон с мужем последнее время выдалось напряженным. Герцогиня вышла в свет в роскошном образе. Она отчитала радиоведущего, который подшутил над ее дочерью. Супруге принца Уильяма пришлось отменить выход в свет из-за детей.